побрал всех, то выдумал эти полы. Ну, чему стуру обрадовались? Губернии не урожай, дороговизна, так вот они заболы. Эх, штука, разрядились бабьи тряпки. Не видать, что иная навертела на себя тысячу рублей. Кричат бал, бал, веселость. Просто трянь, бал, не в русском духе, не в русской натуре. Взрослый друг выскочит из черном, общипанный, обтянутый, как чертик, и давай висеть ногами. Я слышала, как она говорила такие речи, чтобы...
Thank you.
Господа, господа, да Чичиков, не кто другой, как капитан Копейкин. Вот это и так, пришел услышать приказ. Подержимым болезням и саранами. Позвольте, 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 ведь капитан Копейкин, как известно, без руки и без ноги. Ах, я телятина! Впрочем, в Англии очень усовершенствована механика. Один изобрел деревянные ноги таким образом, что при одном прикосновении к незаметной пружинке уносили эти ноги человека, Бог знает, в какие места. Так что после нигде и отыскать его нельзя было. Чичиков, переодетый на поле. Лассалей, Остерлиц, impossible, не по-французски, добре, дорогер, сэра Виктор, l'avenir est à Jean, qui sera в то, donnez-moi un homme, qui est Англичане издавна завидуют Россия. Не будет расставонника, не будет выше Чичикова, выше Чичикова. Но теперь не будет пропеться в Россию. Выше Чичикова, а Чичикова, вовсе не только подает на портрет, подает на портрет. То отпусти. Стоп! А вот где ты? Позвольте вам узнать. Чичиков, шпион! Я ему сам продал, сам продал мёртвый душ. Но много тысяч, много тысяч. Жена будет сердиться. Стоп! Позвольте нам узнать. Чичиков искал и делатель государственных ассигнаций.
Зачем жить?
собрал всех, кто выдумал эти балы. А из чего? Чтобы не сказала какая-нибудь подстёга Сидоровна, что на почмейстерше лучше было платье. Из-за неё бух 1000 рублей. Thank you.
Если случилось в Москву или не, то едет.